Возникла проблема. В зимнее время на лоджии стал образовываться конденсат на потолке. Намораживается большая ледяная шапка. Вход на лоджию вот из этого помещения, из кухни. На покраске потолка появились трещины и черные пятна плесени. Ржавые пятна. С этим надо что-то делать. Короче, решили оклеить потолок плитками из пенопласта. Толщина такой плитки 3 мм. Я реально не знаю, поможет или нет, но попробуем. Сначала обработаем потолок антисептиком. Просто покрасим его кисточкой. Он бесцветный. Готово. Теперь нужно намазать клеем плитку. Так. О как. А теперь будем ее приклеивать. Первая плитка есть. Таким же способом приклеиваем следующие. Вот и второй приклеился. Основная площадь потолка уже сделана. Осталось вырезать маленькие кантики и сюда приклеить. Ну, вот как-то так. Теперь, надеюсь, на моем потолке конденсат больше не будет появляться. Хотя, может, вы порекомендуете какие-то еще идеи, что-то, может, надо усовершенствовать по борьбе с конденсатом. Не знаю. Пишите в комментариях. Посмотрим. И не забывайте, ставьте лайки.